Здравствуйте, друзья! Я нахожусь в Иерусалиме, у стен, ведущих в старый город. Сзади меня находятся так называемые новые ворота. Старый город Иерусалима ведут 8 ворот. Из них 7 действующие, одни ворота замкнуты. Замкнуты золотые ворота. Новые ворота здесь появились в 1889 году, то есть порядка 130-140 лет назад. Они были просто прорезаны в стенах старого города Иерусалима по причине того, что иностранные государства, европейские, христианские империи, такие как Русская империя, Австро-Венгерская империя, Немецкая империя, Франция, ходатайствовали и различными методами убедили руководство Османской империи прорезать здесь вход для паломников. Потому что именно с этой стороны шла основная масса паломников в старый город. Это русская духовная миссия, это французский хоспис. Мой интерес, моя информация для вас состоит в том, что это наиболее короткая дорога к храму гроба Господня. Да, я по этой причине держу в руках свою последнюю книгу о храме гроба Господня, для того, чтобы сказать, что лично я большую часть времени захожу именно со стороны новых ворот, так как это в 3-4 раза короче, чем обычные традиционные экскурсионные или паломнические путь через Явские ворота. 3-4 раза здесь короче. Давайте попробуем зайти в новые ворота и посмотреть, что сегодня здесь происходит и какова жизнь. Мы находимся достаточно рано утром, всего лишь в 7 утра. По этой причине закрыты магазинчики, закрыты лавки. Нет движения автомобилей. Ну вот, смотрите, тут один шлагбаум, тут другой шлагбаум для автомобилей. Значит, и пройдет буквально полчаса, час, жизнь закипит, жизнь начнет самым активным образом двигаться через эти новые ворота в сторону храма гроба Господня, главного храма для всех христиан. Поэтому мы видим, что вот они стены, вот здесь идет лестница и путь для желающих пройтись по стенам старого города. Это примерно 4 километра вокруг всего старого города. Стены, которые мы видим, построены по указу султана Османской империи Сулеймана Великолепного. Стены были возведены, реконструированы в период с 1538 то по 1542 годы. И вот до сегодняшнего дня, на протяжении всех этих столетий, они незыблемо стоят, как подтверждение того, что архитектурные и технические возможности того времени позволяли сделать так, что несмотря на войны, на землетрясения, стены стоят, и мы видим, и подходя к ним, мы соприкасаемся к этой истории. Мы можем руками потрогать эти камни, которым много сотен лет. И, соответственно, увидеть эту табличку, на которой написано «New Gate» – «Новые ворота». Добро пожаловать в Иерусалим, добро пожаловать в храм гроба Господня, добро пожаловать прикоснуться ко всем главным христианским святыням.